Это место называется Таньонов нос. С него когда-то открывались прекрасные виды. И мы выбрали с вами именно этот весенний день, чтобы можно было просмотреть сквозь деревья, сквозь насаждение те кусочки, оставшиеся от того вида на реку Ворю, на долину Отрока Варфоломея, которую нарисовал Нестеров. Таньонов нос, его название пошло от Жуля Таньона. Это гувернер детей Мамонтовых. Но помимо того, что он занимался с детьми, он также увлекался садоводством. Сам и под его руководством создавалось это место. То есть он участвовал в насыпи очень долго, со многими усилиями насыпали эту землю, чтобы здесь была ровная прямоугольная площадка, на которой после этого разбили сад. Здесь росли розы, было несколько скамеек. Вдоль обрыва шел небольшой заборчик. Вот. Как писала внучка Савы Ивановича, вспоминала, что уже в начале 20 века здесь росли алые маки с белыми мелкими цветами, а по контрасту к ним темно-синие люпины. Врубельская скамья появилась на этом месте уже намного позже, в 1915 году. Она на самом деле не имеет никакого отношения к самому Врубелю, но сделана по его эскизам уже после его смерти на заводе Мамонтова и установлена как бы в память о нем.